19 гектаров зеленой территории, а теперь еще и благоустроенные площадки для семейного отдыха. В Самаре завершился первый этап реконструкции парка «Молодежный». Обновленное пространство осмотрела глава города Елена Лапушкина. Парк в границах улиц Ставропольской, Воронежской, Нововокзальной и Тихого переулка открывали в 1976 году к 50-летнему юбилею создания Всесоюзной комсомольской организации. Тогда он получил название «Парк имени 50-летия ВЛКСМ». А в 1994 году был переименован в «Молодежный». Конечно, само название парка, парк «Молодежный», уже несет за собой определенную историю. Хочется, чтобы это было не просто прогулочная зона, а парк жителями ближайших домов использовался место для прогулок, место, где можно подышать свежим воздухом, погулять с детьми, встретиться с друзьями. Кроме этого, еще и насытиться дополнительными смыслами. Появились замечательные детские площадки. Парк очень серьезно озеленен. Да, безусловно, мы удалили аварийные деревья, мы удалили деревья, которые у нас нависали над детской площадкой, но взамен этого высадили практически 2000 деревьев и кустарников, 4000 с лишним многолетних цветов. Поэтому по весне, конечно, этот парк заиграет новыми красками. Но сейчас прекрасен осенью. Я очень надеюсь, что жители его полюбят. Парк «Молодежный» благоустраивают по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году основной фронт работ на участке со стороны улицы Нововокзальной. Было устроено плиточное мощение, выполнен автополив, заменено полностью освещение, установлены МАФы, малые архитектурные формы, арт-объекты, детские площадки, лавки, урны, обустроено пространство, чтобы было удобно гулять семьями. Для старшего поколения у нас предусмотрены прогулочные дорожки, велодорожка, прогулочные дорожки из дерева, где можно просто погулять. Протяженность построенной на первом этапе благоустройства парка велодорожки почти километр. В дальнейшем дорожки будут закольцованы по всему парку. Изюминкой оформления стали арт-объекты в виде букв, которые рассредоточены по центральному бульвару и складываются в слово «молодежь». Буквы можно использовать для фото, однако на них нельзя лазить и сидеть. Тем более, что рядом построили большую детскую площадку в эко-стиле, поделенную на несколько зон для детей разного возраста. Около детских площадок появились два санузла. Также на территории парка предусмотрена площадка для фудкорта. Постоянно с внучкой гуляем, играем. Но у нас теперь новая площадка. Вообще замечательно. Я очень рада и довольна. Еще бы озеро отремонтировали, было бы замечательно. Но я надеюсь, что это сделают. Восстановить естественное озеро должны уже в рамках второго этапа реконструкции парка в следующем году. Так решили сами жители. Парк «Молодежный» снова занял лидирующее место в рейтинговом голосовании за благоустройство общественных территорий. В следующем году жители тоже смогут принять участие в голосовании и выбрать те объекты, которые преобразятся уже в 2024 году. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.